Подожди-ка. Что? Подожди. Что? В чем дело? Что ты имел в виду? Когда говорил, что все это время любил меня, только не знал. Я не знаю. Мне бы очень хотелось услышать ответ. Ну, ты была, я не знаю, Рус, ты была другой, ты была не такая, как сейчас. Как же ты мог полюбить меня? Я любил тебя за то, какая ты была, а не потому, что я хотел тебя. А теперь ты хочешь меня, потому что я не такая, какая была. Хорошо. Что, что, куда ты? Знаешь что, я мечтала об этом дне с тех пор, как мы познакомились. Я прокручивала его миллион раз у себя в голове. Как ты будешь одет, что скажешь, что будешь думать. И знаешь что? Что? В мыслях ты был лучше. О, Роуз, сладкая, может, я слишком много выпил, и нет, только... Нет, нет, это не ты, а я. Ты видишь, я абсолютно ничего к тебе не чувствую. А я никогда не думала, как я буду чувствовать. Я думала только о тебе. Я хотела, чтобы ты был счастлив. Я никогда не думала, что подойду тебе. Но ты очень подходишь мне, Роуз. Это правда, правда. Я знаю, Алекс. Но ты не подходишь мне.